Реконструкции путепроводов на Челюскинцев и Шмидта, преображение Комсомольской и, конечно, строительство второй очереди трассы дублера Минского шоссе. В последние годы в Могилеве дорожные работы ведутся буквально ударными темпами. Продолжается и реконструкция одной из главных транспортных артерий города на проспектах Пушкинский и Димитрово. На Димитрово капитальный ремонт затронул участок дороги длиной 2,7 километра. От кольца мясокомбината до путепровода на улицу Королева. Первые ремонтные работы начались еще весной прошлого года. К холодам здесь появилось новое асфальтобетонное покрытие. Сейчас часть работ приостановилась. И у некоторых могилевчан это вызывает вопросы. Их беспокоит, что же будет дальше. Работы продолжаются, работы не останавливаются. Просто в связи с погодно-климатическими условиями некоторые виды работ нецелесообразно выполнять в это время. Поэтому работаем по установке турникетного ограждения, по установке опор освещения, по установке контактной сети, ну, сопутствующие работы по укреплению откосов. Действительно, в местном проезде по проспекту Димитрова освещения не хватало давно. В рамках проекта реконструкции этот вопрос начали решать. В планах у нас запустить новое освещение. Это вот мы разговариваем по проспекту Димитрова, вдоль местных проездов. Везде у нас новое освещение дополнительное и дополнительные парковки для автомобилей. Внимание местных жителей привлекает вот этот пешеходный переход. А точнее то, что теперь по нему не перейдешь. Обнесли ограждением. Очень неудобно. А других пешеходных переходов в поле зрения нет. Как быть пешеходом? Ограждение установлено у нас в целях безопасности самих же пешеходов и велопользователей, и автомобилей. Поэтому там пешеход сохраняется, просто переносится чуть-чуть в сторонку. Поэтому все для удобства только жителей. И жители понимают, все это делается для их удобства. Все хорошо, отлично. Ну, и дорогу вот теперь прокладывают, дорожки красивые. Ну, тоже хорошо. Стало все как-то лучше. А были ли какие-то неудобства? Не, ну было одно время, и троллейбусы не ходили, либо до мясокомбината вот этого кольца, и все. Но это же все временно. Мне кажется, больше трудностей было самим рабочим, которые этим занимались, и в мороз, и в снег, и в дождь. В целях безопасности дорожное ограждение растянулось почти до кольца мясокомбината, то есть охватило весь проспект Димитрова. Появилось и два новых оригинальных остановочных пункта. Пока без лишнего лоска, но всему свое время. Обещают обновить и другие остановки. Акцент сделают также на обустройстве тротуаров и велодорожек.